Как тебе сегодняшний матч? Да, спасибо огромное. Очень здорово, что победили, набрали 3 очка. Очень рад сегодня отличиться. Хотел бы посвятить этот гол своему сыну Федору, у которого день рождения сегодня, вот, и супруге своей. Вот, поэтому очень рад, что так сложилось. Сегодня победили и забил. Ты этот сезон начал очень ударно. Что было в межсезонье? Что случилось? Какие тренировки были? Да ничего, готовился. Я думаю, что сейчас я получаю достаточно количество игрового времени, чтобы проявить себя, чтобы забивать голы, помогать команде, поэтому я думаю, это самое важное. Сегодня помимо гола был еще один важный момент, когда ты сблокировал опасный удар. Опиши, что там вышло в первом тайме. Ну, насколько помню, была контратака, и там дальний крайний защитник их подключился. Вот, ребята перестроились немножко, и ну, просто пошел под удар, и все, повезло, что так подкатился, он в ногу попал. Временами заставили понервничать. С чего не хватило, чтобы увереннее победить? Я думаю, еще одного гола, наверное, в принципе, мы в первом тайме был момент, когда практически с ленточки там не забили, вот, были подходы, я думаю, забей еще третий гол, было бы психологически немножко полегче концовку. Спасибо.